Еще лед не растаял, на песке лежит мусор, и только чайки чувствуют себя комфортно. Меньше чем через месяц сюда потянутся первые отдыхающие. В мае скитинцы открывают сезон. А мечта превратить пляж центрального микрорайона в приличное место отдыха пока находит отражение только на бумаге. У города было несколько попыток получить финансирование на реконструкцию центрального пляжа. Однако они не увенчались успехом, хотя все идеи были оформлены с соблюдением требований и нормативов комиссии. В этом году решили прибегнуть к помощи организации из Москвы. В ее составе несколько специалистов разных профилей, начиная от социологов и заканчивая архитекторами. Когда специалисты впервые приехали в Искитим, они отправились не на пляж, а в музей. Им было важно понять суть этого города, изучить особенности местности, чтобы потом на их основе придумать проект. Получился симбиоз промышленности и природы. В прошлом году идентичностью города и этого проекта были бобры. Вот, в этом году мы решили от этого отказаться и использовать в качестве идентичности кандык сибирский, как такой основной лейтмотив, который проходит по всему проекту. Этот прекрасный сибирский цветочек со своим неповторимым цветом и формой. По замыслу авторов идеи, форма и цвет кандыка повторится в зонтиках от солнца. Они будут расставлены по территории пляжа, а зимой разбавят скучный пейзаж местности. Цветовая палитра проекта связана и с промышленностью. Взяли цвета, тут белые, сероватые, но это не значит, что все будет серое, как вот принято, но какие-то элементы, тона, у нас же там миллионы цветов и оттенков, так скажем, и вот выбраны такие, которые приятно глазу. Мы бы хотели, чтобы у нас на территории было две точки возможных санузлов. В начале территории, да, вот здесь вот в национальном павильоне. И в конце территории, вот здесь вот, где будет раздевалка. Предварительное название места отдыха – Белый пляж. Он разбит на несколько зон. Основные – входная, песочная, детская и спортивная. Предусмотрен проезд для скорой и пожарной техники. Прогулочная тропа вдоль воды и дорожка для велосипедистов. Если до этого ну как-то представляли себе, что велосипедная дорожка – это как даже, может, как беговая, это по кругу закольцовано как-то, да, то здесь и расстояние как бы не позволяет, на самом деле, сделать полноценную. То здесь сделано так, что дорожка петляется, соответственно, у нее длина увеличивается, и как бы и ехать интереснее, и длина большая. Авторы проекта после презентации выслушали замечания горожан. Прозвучало пожелание расширить пляжную зону и сделать парковку больше, установить две вышки для спасателей и придумать современное ограждение для купания маленьких детей. Финальная сдача проекта запланирована на 1 июня.